Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Кабан 25. Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как один из поисковиков. То есть сегодня, на данный момент, существует проблема, запускаешь Mozilla, и у тебя на стартовой странице совершенно другая стартовая страница, не Яндекс, а чужая. То есть вот такая, так называемая. Некоторые ее называют вирусом, некоторые баннером, кто как. То есть, вот такая проблема существует. И хоть вы ее ставьте на стартовую страницу, то есть, так, кто вам действительно сейчас нужна, и перезапускаете, и заходите в дополнение этой так называемой фигни у вас нету, но она на самом деле вырезается в реестре очень хорошо. Поэтому, наверное, самый простой способ на данный момент это просто зайти и попробовать поискать ее в программах, потому что обычно такие вирусы, как в Ubuntu, например, они сразу появляются вместе с какой-то программой, то есть в комплекте, в пакете так называемом. А вот на самом деле Dell Toolbar на самом деле существует. Попробуем удалить. Не факт, что получится, но вдруг. У меня эта проблема образовалась после установки Chrome, Яндекс, не Google Chrome, на самом деле. Такая ситуация была. Вот еще тоже. Я установил Google Chrome, и вот этот вот так называемый баннер сразу у меня появился почему-то. Не знаю почему, но... Так. Странно, почему он не дает нам install или remote install. Удалить remote, кажется, или возобновить, или что-то. Вот, сегодня удалилось. Но давайте посмотрим, нет ли нашего Firefox в задачах. Нету, открываем. Вот он появляется, сейчас он откроется. Посмотрим. Да, на самом деле, видите, то есть данная проблема решается просто простым удалением так называемых программ, которые залезают в реестр. То есть это программа, которая была у нас до этого. И это очень хорошо, что мы ее сейчас смогли удалить. Также хочу сказать, что еще до сих пор проходит конкурс. Мне прислали только пока две работы. Одна работа с видео, другая с фотографией. Я говорил, что проходит конкурс. Я его сейчас вывешу на главным баннером. Надо создать или видео, или фото, картинку для моего канала. Фото, картинку. То есть заставочку, видео для каких-то топов. Когда я рассказываю о нескольких программах сразу, сравниваю их. Но пока всего две работы, я жду, когда будут чуть побольше. Потому что пока выбирать, я думаю, людям из двух работ будет мало. Вот. Также заходите на kabanfm.ru, слушайте музыку, читайте условия проведения конкурса. И скоро, кстати, выйдет Windows 8 нового поколения. Как вы знаете, Windows 8, которая была самая первая представлена компанией Microsoft, множество людям не понравилось. Это плитки, нету нормальной кнопки Win, и обещают, то есть обещали сделать, чтобы Windows 8 уже была с нормальной кнопкой Win, то есть как на обычных остальных Windows, то есть 7, Vista, XP, ну и 95 и 2000. Вот, то есть как обычный Win. И обещают, что выпустят. Вот обещали или 1 сентября, или где-то в конце августа выпустить данную винду. Пока слухи ходят, но говорят, что как бы проект это в силах, и скорее всего так и будет, потому что люди начали скачивать специальную ультилиту, которая позволяет убрать нормальный, то есть который предназначен для Windows 8 пуск, и сделать его обычный, как на других Windows. Поэтому, в принципе, это говорит о том, что не всем нравится данный пуск. Но
все-таки это дело каждого. Хочу еще напомнить, что проходит конкурс до сих пор. Винда 8, второго, можно сказать, поколения. Обзор тоже будет прям с конференции, то есть когда ее уже полноценно или на левых сайтах она появится, или на обычных сайтах, то я установлю ее на VirtualBox, на виртуальную машину. Как с ней работать, это я тоже обо всем вам этом расскажу. Но пока Windows 8 обычный мне еще пока не удовлетворяет, хотя она на ноутбуке стоит. На этом мой видеокурс подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Дичков. Или если будет сказать ВКонтакте или в Скайпе, Акабан 25. До свидания.